«Зенит» в четвертьфинале Лиги Европы. Достижение? Скорее всего. Но вот уровень игры, который показывает петербургская команда в последних матчах, заставляет задуматься, а все ли так хорошо в сине-бело-голубом королевстве. В двух последних матчах «Зенит» сыграл в ничью и проиграл. Но самое главное, игра была далека от идеала. А в Турине вообще мы увидели совершенно другой «Зенит». Все видите, в исполнении у нас мастера хорошего уровня играют. Такой еще футбол хотя бы изредка, чтобы какая-то была агрессия, эмоции в атаке. Вот. Только атакующий футбол приносит удовлетворение. Наставник «Зенита» Андре Вилаш-Боаш после игры с «Торпедо» обрушился с критикой газона. Выглядело это, честно говоря, как оправдание. А потом в ответной игре с «Торино» все увидели трусливую тактику. И это в преддверии ключевых игр в чемпионате с «Динамо» и «ЦСКА». Игра с «Бело-голубыми» уже в воскресенье. «Динамо», в принципе, хорошая команда. Они играют на... Опять же, можно даже с «Зенитом» какой-то параллель провести. Они играют вот в каком-то коридоре. Чуть хуже, чуть лучше. Вот выше, они выше того, что они сейчас играют, они не сыграют. Они ниже не сыграют, потому что у них очень хороший состав, но у них скамейка хорошая. Матч с «Динамо» один из самых ключевых, и потеря в нем очков может перечеркнуть все чемпионские амбиции «Зенита». Этого главному тренеру «Зенита» могут и не простить.